Привет, друзья! Наконец настал момент померить pH в аквариуме. Сколько у нас он будет? Будем для этого использовать лакмусовую бумагу. И проверим как раз, сколько у нас pH. Потом в дальнейшем надо будет еще промерить электродным. И, кстати, еще сравнить разницу между лакмусовой бумагой и все же электродной. Потому что часто об этом говорят, что у них погрешность большая идет. Что мы тут имеем? Показатели от 1 до 14. Лучше, конечно, pH рекомендуют. Но это не знаю, для гидропоники рекомендуют держать где-то в пределах от 5,5 до 6,5. В принципе, у нас должно получиться, по идее, в аквариуме. Как получится? У нас не получится. Это своя аквасистема. Ну, сколько у нас получится, сейчас и посмотрим. Поехали. Так, берем, отрываем одну бумажечку. Инструкция нема, не? Друзья, вы умеете читать? Это инструкция, как ей пользоваться. Если кто умеет, кстати, читать по-китайски, подписывайтесь на каналчик, ставьте пальчик вверх, вообще лайчики, пальчики. Это всегда круто. Поехали. Отпускаем. Опа. Считаем до скольки. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. И ждем, какой у нас будет цвет. Ну, подойди сюда под цвет. Под цвет. Меняется у нас вообще? Под цвет. Да, под тем сигналом. Видишь, какая-то зелененькая? Да, видно, не видно. Такая зелененькая штучка. И сравниваем. У нас ближе цвет получается. Что плохо концентрируется, да? Угу. Ну, давай, давай. О, красавчик. У нас получается ближе к 7. Ну, может, плохо видно, но как бы вот мне лучше видно, что оно к 7. К 8 еще не дотягивает, конечно, чуть-чуть. Но ближе к 7. Ну, в принципе, по аквариуму показываю, что pH 7. 7 pH-ек. Да. Красные, да, такие? Кои. Интересные рыбки. Подросла вот эта самая такая большая. Ну все, в общем, друзья, все, подписывайтесь, ставьте лайчики, пальчики на каналчики. Все, это будет круто. Все, давайте.